Книга пророка Малахии, 1 глава. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. А говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю твоему, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. «Велико будет имя мое между народами, — говорит Господь Саваоф, — а вы хулите его тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее — пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, — говорит Господь Саваоф, — и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, — говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов.